Генеральный спонсор прогноза погоды – торговая марка «Помпа». Пальто «Помпа» – стиль, мода и высокие технологии. Будем смотреть глубже? Да не вопрос. В пальто «Помпа» комфортно в любой ситуации. В пятницу в Самарской области облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь, температура днем плюс 13, плюс 14, ночью 9-11 градусов с плюсом. Ветер северный, северо-западный, скорость 2-4 метра в секунду. В Сызрани облака, осадки в виде небольшого дождя, днем плюс 14, в темное время суток плюс 10 градусов, северо-западный ветер, скорость 3 метра в секунду. В Тольятти малооблачно пройдет небольшой дождь, днем плюс 13, ночью плюс 11, северо-западный ветер 3 метра в секунду. В Самаре малооблачно и без осадков, в дневное время плюс 13, ночью 10 выше 0, ветер северо-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 51%, геомагнитное поле слабо возмущенное, малая геомагнитная буря. Не дышит нос? Ответ один. Иди в амбулаторный центр номер один. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.